Я Анастасия Нифонтова, и сегодня я расскажу про шлемы, которые мы используем для стильных, классных, хромированных, офигенных, но не очень, может быть, быстрых мотоциклов. А именно для чопперов и всяких кафе-рейсеров и все, что с этим связано. Смотрите, есть два варианта. Есть Shoei G-Cruz. Это комфорт, это продувка, это большое стекло, это выдвигающаяся... Вот тут вот где-то такая кнопочка, выдвигается... Выдвигаются вот такие вот темные очки. У меня у самой так, вот такой мешочек еще к ним ко всем придается. Обязательно внутри мягенький, чтобы шлемик не поцарапался. У меня у самой вот такой есть шлем. Я его использую на случай, если мне надо выехать в город. Мне нравится тем, что он комфортный, не шумный. Большое стекло защищает лицо от грязи, от пыли. Хорошая вентиляция продувает голову, так что в жару не жарко. И самый класс, от чего я прям кайфую нереально, это вот это темное стеклышко. Оно очень удобно задвигается. Если темно, например, если вы заехали в туннель, и там действительно плохая видимость, потом выезжаете на свет одним движением руки, все, и у вас уже темные очки. Вам не нужно вообще за эту тему беспокоиться. Они бывают в разных цветовых вариантах. Яркие, не очень, с полосочками, без полосочек. Миллион, просто масса на любой вкус и цвет. Есть еще вот такой шлем. Это модель J.O. Shoei, классический, прям вот такой old school. Мне, если честно, тоже он очень нравится, он нереально стильный, такая кожаная лямочка сзади для того, чтобы можно было какие-нибудь олдскульные очки на него нацепить. Но, в принципе, если вы не любите ездить с очками, у него встроенные вот такие прозрачные есть очки, и, в принципе, так очень удобно тоже ездить. По уровню защиты шлемов не отличаются друг от друга, это композитный материал, уровень защиты одинаковый. Единственная разница только в том, что этот шлем больше настроен на комфорт, а этот шлем больше, конечно, на стиль. Если вы хотите выглядеть стильно на своем модном каком-нибудь кастомном байке, кафе-рейсере, то, конечно, нужно выбирать такой шлем. А если вы приверженец комфорта, у вас, например, какой-нибудь большой Harley Davidson с кожаными сиденьями, и вы хотите еще поставить внутрь гарнитуру, то я бы выбрала Shoei G-Cruz. Шлемы классные, у меня глаза разбегаются, мне как бы хочется и такой, и такой. Я думаю, что на следующий год возьму себе еще для коллекции вот такой шлемик, прям балдею от него. Главное, что в нем очень удобно.